У тебя всего лишь 3 шема? Ну, у меня три класса всего, у которых шем должен быть. Ты бомжара, конечно. Зачем мне больше? Мне и трех достаточно. Славик самый хитрый, что ли? Типа, сам бафать не будет? Уже А, убили вон я прока? сыграл, говорит, на рейде. Кому там предание сел? Кто больше дамажит? Три кнопки? Клюни кидаем, нормально. Что с этим? Сзади кокон сломать. В смысле, ты решила изменить мне, что ли, или что, не прям? При мне живом? А, вот, сушлятинка. Сука, ебучая кокон, избейте нахуй. Пару минут отойди на. БДК уже есть? Сорян. Даун. Хан, ты адрор вешь. Ваня, подходи. Ваня, Ваня, помидоры по 10, огурцы по 5. Сейчас, что там? Так и не начавшись. Ну, давайте, бафы там, шитер, как то на квесте, кролик ТП будет получать. Чек на пол. Погоди пока. Ща. Ты кто там баф? Как? Раздай кристалл. Да, я даю. Вроде разбавка, чек на пол.
БДК. Нокдаун. Сына пула на нокдауна. Можно начинать. Старик да будут разновых. Давайте просто. Шип на ханте, да переключитесь. Другой хан снимает. Давайте, вихрь, танки разбежались. Рельс в центре, милики, что разбежались, от ребра отбежали, отбежали. Милики, по шипам играйте. Сука, вихрь оставляю под шипы и кидают меня. Ну иди под жопу, когда лужи пропадут. Ничего себе, лут. Давайте, кто там, Чеславе или ВВ, спекайтесь. Танка понял, спик есть. Или в РСК падает агильное кольцо. В РСК тоже есть, да. Ну, это хостовое, а там критовое, по-моему. Не, на это говно назад не хочу. СРС буду забирать. Прикол в том, что при мне этот пояс ни разу не падал. Тут сразу две штуки. Надо брать, пока падает, нахуй. Так я взял как раз. Хотя у меня штаны приоритет, в принципе. Штаны у меня уже есть. А штаны никому не нужны. Не знаю, постоянно кому тогда нужны, да. Че такое с Волей сделал? Третий раз подряд кровопрока. Ну, сейчас босс начнется, ни разу не пропнет, не переживай. Не, на ребре сейчас две коровы тоже было. Кто откажется повиноваться, будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему верой и правдой... Корова это хорошо? Ну, конечно. Вов в мире, да. Ну, а вару идет. А коту лучше на ловкость. Ханту. Тоже на ловкость. Не, ловкость хаст. Тиман попил. Так, давайте. Два БДК слева, прокопал справа. Первый на полный нокдаун, а второй на тщеславие. Так, пристов много, присты хиры кидаем, друидов мало. Смерчи кидаем, маги нову кидаем, капли сливаем. Охотники, можете вилки сейчас прожать перед полом. Сейчас зимно ману пою.
Чекнул. Че, прожать охотника? Убилки. Который не восприимчивость. Да, Терренс, сдержим. Не, я понял. Да. Первый раз слышу, что так называют. Ну давайте, все готовы, можно начинать. Трэш выходит, надо будет всем переключаться. Давайте, вышел трэш, играем по трэшу. Смотрим, контролем игроков. Сейчас паладины капты вставайте. Законтрольте рогу, ДК. Здесь пельс. Играйте по трэшу, вышел трэш. Смотрим, контроль 10 секунды, готовьтесь к кособокову, играйте с правой стороны трэш. Контроль игроков. Стоп, эти поляди не успеем перевести все равно. Там Вильдаль, дай им на ману. Давайте играем в трэш последний, хорошо у него переключитесь. Смотрим, 10 секунды контроли будут. На пулу, на тщеславие на пулу давайте, на тщеславие, там законтроленный ДК, тщеславие лови. Играйте пока по трэшу, пока он набьет. Бля. Супер дру резает Церезию. Смотрим, сейчас будут духи, готовьтесь отходить. Играйте по трэшу все. Так, духи возьмите аккуратно. Друид. Супер дру резает Церезию, он там сверху валяется, там где леди была. Следующий на пулы на нокдауна давайте. Захил. Духи справа-слева. В мелизону сейчас пойдут. Контрольте. Давайте, вышел трэш, в трэш играйте. Духи, два духа под леди, аккуратно, не умрите. Так, духи в центре, сейчас в мелизону пойдут. Вячеславе, дайте на пул. Следующий на тщеславие, давайте. Клёна, Ареса и Рамзеза. Духи в центре, в РД-зону пошли. Контрольте. Вара, быстрее контрол. Сейчас порежу всех нам. Захил меня. Играйте по трэшу, духи в центре. Духи справа, аккуратно. Три кнопки глыбку готовь, на тебя сорвется сейчас. Давайте, добивайте леди, больше трэш бить не надо. Контроль последних игроков и добивайте леди. Все, молодцы. На все воля господина. Ваша смерть неизбежна. Че, Ваня, в ШП? Давай.
благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. После этого трэша давайте возвращайтесь назад, там бой висит по идее. Идея по городу. Сейчас гляньте, по-моему, там бой на бобе. Агро. Нет, это бобры. Нету. Так, пошлите наверх. Танки берите ранцы, ДК летает, паладин тоже бери ранец на всякий случай, пушки там садите, берите, мага летаем. Ваня, мне отойти на 2 минуты. Угу. Убьете без меня, искренне. Со смертельным врагом Лактарагар. Оркрон, взлетаем. Вы видите, что это там вдалеке? Чё, ты еще не фуловый? Как? Сколько ты уже плащ выбиваешь? Да, нормально так. Полгода где-то. И ради пока потрешу наши корабли. Все здесь. Вот сейчас маг вылетит, ДК лети, ретите. Сука, лучше бы не приходил, блядь. Летаем обратно. Где ты, в нашем корабле? Да. Мы лежим, я рискнем потом. Давайте летим. Среди мах. Перелетаем, пушки там добивайте. Спасибо. Дайте фулбаф повару.
Сейчас там флупов не давайте. Довогается. Рамзес их не запустили. Присоединись ко мне, отец. Перейди на мою уже. Сторону. И вместе мы разрушим этот проклятие и восстановим. Ну давайте, если тут флупов, давайте. Если мы падаем, смотри, там кто трэш не бил или кто мало бил, тому я пойдаю. Сколько? По соточке. А если по техническим причинам? Типа не нашел там? Ага. Ну ты что же, Сикс, там если интернет вылетает, это ваши проблемы, да? Паладины, чё опять не бафаем, бля? Я Софа, если интернет вылетает, пишешь в Дискорд с телефона и все нормально. Если интернет вылетит, то... Блин, долго можешь бегать нас с варом, да? Блин, дай каску варам. Заебал, блядь. И хантам тоже. Ты рот закрой, а? На прошлом я тоже закрою, так же каски баф. Я прошу полчаса, сука, бегать, блядь, на месте чучела, блядь. Так чё ты написал? Я тебе попросил нормально, закрой рот. Я исполню это обещание. Войт, это он если чё тебе, блядь, вокруг тебя полчаса бегает. Чучело ебаное, блядь, каска. Что, ответить нечего, молчишь, да? Так, давайте, 5 секунд бой начинается, готовьтесь, надо канапульчик сделайте. Если бы ты был мужиком, ты бы написал смс-ку, да, как там Нурмагомедов? Давайте, рост. Давайте, 2 секунды трэш выходит, в трэш переключайтесь. Что там? Давайте 3 секунды трэш. Да, 85 плюс раги на сурки там танки прожимаете сенсибельность и срезку. Давайте последний трэш надо переключиться, а то не убьем. Молодцы. Сука, чё ж я ничего не могу выжить с этой совы-то, блядь. Мы похороним тебя, как подобает, в Награнде, рядом с матерью и предками. Так звездопад под трэш это удел лохов, блядь. Не нагнетай. Давай там протуйтесь, ДК-1 на центр вальпирует, тащи к нам.
будет МДК или протопал, идите в архив, там введите. Покажите ДД, там где я тоже есть. 17-4, стойте. Почти как у Войда. Войда ты, конечно, не догнала, но... А по трэшу. Че, реально рога уходит? Да. Это просто нечто. Да. Нихуя не подозрительно, да? Просто совпадение. Да, блин, у нас шмотки остались эти перчатки. Если ты, блядь, не уйдешь, тебе пикну загнили. Стойте, дайте шкаф там, Локи, тут дайте шкаф, присумоним. Еще раз тыкните. Все, пошлите на центр. Через центр, потом на кровь, потом куда-то пойдем. Мы ему там два раза начислили ИПа. Сейчас я свои отменю туда. Так, он ревнул, короче, 600 отменю ему туда. Прям слава. Я не специально. Ваня, ты с банками дамажишь? Да не, я бомжую. Бутылька мы дамажим под ногами, да? 40 градусными, да? На кровь пошлите. А чё на кровь? Лёва, пошлите на кровь. Бафните мне каску, пристабав лапу. Давайте, танки, врывайтесь, светников, сыграйте. Так Славик в РК, он просто не разговаривает, зачем ты это пишешь? Я ему уже говорил, что, ну, чтобы он начистал только что. Там все хорошо. Сука, бесит, когда откидывают, да? Да-да, и чё, всё на сух можно погнать, да? Не, я сейчас просто танчу, вообще раздражаюсь, как бы. Ну, пошлите наверх, там, пристрелить. Сейчас я подойду, минутку. Да, уже сварили, давай. Через советника, через печеньку. Играйте в советника. Стильте протопала сверху. А потом бейте, у кого меньше хп, того и бейте. Кому там командира будем бить. А у общей сколько ДПС отстоит, пожалуйста? 530. Ну там, что срок как-то вообще там, с каждым разом все меньше и меньше, там дамага получается, не знаю, там уже обнова какая-то была. 330 же. Срок не показатель. Давай, там вторую кучу. 330, подожди, подожди. Да иди сюда, давай. Да тут левый трэш сагрили. Играйте в печеньку, там ДК выдаете бомжей все. Если остались. Какой левый? Центральный, который ходит. Какая-то по плану он сагренный.
Не, ну тут, которые левый, правый и центральный трэш сарили. Ну я за центральный говорил, что сарили, который ходит возле... Три моба, правильно? Угу. И это все по плану. А, умереть тоже было по плану? Дважды? Нет. Один раз, да. Но я думал, хилить будет, а я ошибся. Ой, я сейчас спекнусь. Блин, я забыла. Ну так продолжай хилить-то, нет? Дота я швейц стоишь. Я бью. Ну так хиль в ШП, просто по мане сядешь. Все равно спекаться будешь, мана в ноль уйдет. Да они там хилят же. Они там, наверное, такие потные, этот ручьем там этот пот стекает, это все такое. А крайпи тут я бью. Да, эти хилы прям потеют, я вижу. Да, здесь идут там фулбафы, даем. Дайте мне это... Какого? Ману. Кушать рыбу поставили. А скуроги дайте. А у меня есть. Это как на двоих. Да, паладин на одном, на кинетике все РДД. Капар, попроси, чтоб мне крест бафнули тут. Что получается? Ханты напуливают Талдорама на БДК, а Рога напуливает Валанара на БДК. Ну, вроде все готовы, пошлите. Будет вихрь, надо будет разбежаться, скажу, когда разбежаться. Санлейн, непобедимые воины короля Лича. На пульте хорошо раздадим сразу, через 5 секунд буквально. Все, давайте рост. Парс, сорян, чуть мне эту кнопку нажал. Забери с Роги второго. Вихрь, бежим. Смотрим, может надо будет еще один раз разбежаться, не знаю. Что это за макрос? Что ты делаешь в этот момент? Пэта вызываю. Так, давайте Кирисета, идем все Кирисета бить, там капельки раздадим просто. А милики тоже. Милики могут не подходить, чтобы вихрь не ставить Кирисет. Так, Белин, давай срезку нажимай. Иди там. Кашелите Кирисету все. Звездопад специально? Да, может звездопад тоже давать. Так, Кралька, давай на него зубы. Сведи, сейчас улетит. Сейчас улетит. Ну, еще, Ара, давай капли на протопала. Ара, капли на протопала. Ара? Так, кто там еще у вас паладин есть? Карик, давай капли. РДД сейчас улетит. Дели. Ага. Наверное, Ара. Во. Ара, блин. Слава, слава. Вайпл рейд. Ну, половинку. 5 человек. А ну-ка, пар, скажи ему, что ты думаешь про них. Мырки, фирки, беги по рейду. По-моему, в РК. Да? Чего? Мут у него, что ли? Не-не. По-моему, мут был. Играйте по сверкам, а то улетим. Чередой подбил сверки. Ой, бейте сверки, а то падают. И что там, добивайте. Сверка падает, добивайте там. Черт, плохо. Какой ты прагматичный, блин.
Так, что-то совсем плохо. Так, давайте добиваем. Ну, не повезло, вихри, селфи вы, ну то такое. Резать павших там. И вы, блядь, поумирали. Сверху. Но где вот этот маг? А, он в жопе, все, я понял. Сейчас не вставайте, как бы реснут. Теперь вставайте. Там дальше трэш не курите, подождите. Кресты наверх, со мной там идите. С бафом, 300 бафлов. Давай, Гильдаль. Правого, Кокоси на левого. Наверх поднимайтесь. Давай. Паладину сбегайте пока, да. Давайте, кресты контрольте. Там Виталик вырывается, кельт. Наиграй через печеньку. Кстати, печеньку тоже. Маздиспел по рейну, да? Отдаю. Саня, как там на офисе? Ты заходил туда или нет? Так иногда захожу на чате. Пойди паука. Да он сам пропадет, боюсь. Ну так понятно, что пропадет. Дайте ей ману попью. Пей. Ну давайте там азбафы даем. Ну, Джипса. Поставьте Джипса, кого есть. Поставьте Джипса, у кого есть. Ставьте Джипса, у кого есть. Ах, если бы Войт разговаривал, он сейчас бы шутканул, конечно. Оставьте Джипса. Прям не хватало его реплики. Так, сейчас завел, если быстро буду начинать. А Джипса никто не поставил. А шея упадет. Можно нету. Навара уходившая. Не, погруха. Ты Навара давно шея не падала. Вообще, очень давно. В прошлом рейде. Да? Давайте, все готовы, танки, идите пуляйте. Это было неразумное решение. Сейчас
силы в центре, от них там отойдите, до рейнджу. Наблюдайте между собой. Как там, сбегайтесь. Кого укусили они? Кусачку. Ты же совой не поймал? Ладно. Вуди, ты правильно сейчас скинул? Виталий, когда перебежишь, станет справа. Зачем? Подсели его до хера. А у тебя фобия какая-то, что ли? Ну, ОЕ пройдет. Так, давайте. Подходите, а тут сейчас будут серы. Давайте, милики от центра отходите, тоже не стойте там. Хилы в центре, РД по краям рассоситесь. Тильтери. Начинаем представление. Рост будет, нет? Да, давайте, рост. Потому что Лизнита темп четко в последнюю секунду дал. Вот красава просто, блять, вот в КД прям. Вот это тайминг, да? И как будто забинил, ну какой тебя там этот. Я уже забыл, как они называются. Скрит, по-любому. Ой, блядь, а как отличать укушенных людей от неукушенных? А, все. Они большие, фиолетовые. Сейчас бы Славик тоже подшутил бы. Рослый? Ага. Ну чё, мочи. Кинь, Славик такой сидит со слезами, они мои шутки шутят. Ну там горло натер. Хаба такой конченый, пиздец. Шея упала на вара. Что сказал? Конечно. Идемте на чумку. Я отошла. Чё мы? Убиваем собаку без головы, расход? Ну, можно, кстати. Уже убрали. Последний день сегодня. Что работает? Сегодня я видел объявление. Так, хилы тут. Танки тоже тут пуляем. Славик, а ты... Я как бы сказал, будет бис шеи, а нет, это предбис шеи, я с ней варом 20к давал. Я за половину не отдам. Ну, точнее, нов. Да одному богу известно, что сейчас бы Славик пизданул, блядь. Мне прямо вообще в Сибири умудрился заболеть, что у него горло болит. Это же, блядь, Сибирь, они там должны быть железные, те горло. Если он на морозе сосал просто, блядь. Эти ставлю.
кстати, был в рейдах на прошлой неделе, ну, на прошлом, когда он такой злой был вообще. Не знаю, что ты говоришь, что он работает, если нету мобов в стол. Сейчас подходим, а он там по-любому уже всегда будет такой эпохальный пиздец. Простите, этот говорил по телефону. Чего вы за Славика говорили? Он злой был на прошлой неделе, что ли? Да. Так я же был в рейдах. Чего он злой был? Мы шутили с ним, общались. Да не, когда в РСК он был там, по 5 харте всем кидал, там ссылка тоже такой не очень был добрый. Виталик, ты будешь РСК рейд сюда? Да я никогда ее не рейдил, чего ты ебались на ней? Виталий, расскажу, это мрелли. Ну, что Сислав будет играть опять, там будет ну, слово ХП. Этот, блядь, я аутист, я не могу никак запомнить проценты, блядь, что там где. А, стойте, тут там собака идет. Да, вот давайте собаку левую, а? А, так, я левую сарил, все, правую не трогай. Правую агрить? Не-не. На, головы там сняли. Не, туда падаем. А, это не та собака. Это та собака. Они на предисте? Нет. Можно было голову снять, там 30 голды за квест. Он не стоит квеста. Там же нет. Кто-то сходил в итоге на этот квест? Да, в 10 гер. Ну что, упал кому-то что-то? Печенье для пэтов. Так, давайте, вторая собака, идем, пока вот их исследователей заливаете. Собаку сагрим. Ваня, когда ходили? А, да не, не мы, там какая-то другая гильдия в десятках поубивала. Там две или три десятки убили. Там вроде легче. Одна была собрательная. 25 гер у нас? Какое собрание, ты о чем вообще? 10 гер надо было собрать, убить его. А, этого. Надо было? Толку, чтоб там печеньки на пэта упали. Говорит, какое собрание, пиздец. Сбегайте на правую притяните. Сторону кто-то. ДК притяните могу. Печеньки, да, геров. Направо сбегайте. Да нет, печеньки там они внешний вид поэтому улучшают. А ты уверен, что там печеньки именно падают? Что там еще падают? Ну там три вида печенек и три вида поэтов. Ну, поэтов, маунтов. Ну, маунты там шансом 0-2 падают. Маунты там, это тигр, да? Да, там тигр, потом это целогорубский тигр и вроде боевой медведь еще. Как ну, слайд. Ты на ВК-ди посмотрел, да, там шансы? У нас они отличаются, наверное. А, то есть еще меньше, да? Славик, блядь, вот они собаку, пожалуйста. Алё. Алёша, блядь. Сука. Да. Кикань. Заебал, второй раз у меня пиздит. А что там? Кожу. Да. А не, это вру. Это другой уже спиздил. Так, ну давайте по рейнджу, что там, два охотника, три приста 5, протопал 6, так, сова 7, лем, да, лем, и давай, кто там маги. Все у меня тебя. Давай я выйду. Да, давай лучше ты выйдешь маги, потом еще будете выходить. Ты у меня теперь весь рейд будешь слабкой первого уровня, блять, я прям макрос на тебя написал уже. Она не бафнется, сильно мне выше есть. Я уже бафнул. Перебивай. Блять, ну смотри. Смотри на Ламруа. Вот видишь, он просто спиздил кожу, у него сейчас нормально. На Войда бафай. Кушайте рыбу пока. А, не. Один человек хаби станьте. Он там один стоит, остальные по двое нормально стоят.
А я на рейнджер? Да. Что там не хватает? Я пока не готов быть на рейнджер, мне настроиться надо, подожди. Виталик, к хабе. Ну, надо же там, когда будет вливаться лучше, вы там перебегаете, не стойте по 10 человек. Что, а то, Виталик? 3 секунду. Готов. Ну давай, ДК, начинай. Кто под боссом? Идите под босса, вставайте, не забывайте. Просто пока КД, так, убьем. Большой в центре забирай. На рейнже должен быть. Стоим налево. Хаби, беги, он один стоит. Переклонит слева. Этого персонажа, нет? Большой в центре? Не услышал. Меня или Виталика не услышал? Виталика. Че, Рост? Да мне так добивать. Суслятина, взрыв, бегите, суслятина на ранжу. Давайте со своих мест отходим. Бля. Чарнуш как раз и племяне упали. Хильте клену, хильте. Сука. Три кнопки тоже на ранжу выходи. Кого-то есть Дживс или Хламобот? Не. Хильте, хильте, хильте. Плюс не только есть, либо я пойду учиниться сейчас. Ну иди портуйся в Долоран, присвоним. Там шкаф поставить, надо будет Войда присвоить, Терезию. В смысле спасла? То, что ты слакала весь бой и кинула мне там, короче, какую-то спасалку, когда у меня 10% было, это так все спасло. Шучу, спасибо. Суманич. Саша, дай шкаф.
Давайте кушать рыбу, споры к Павлу, квадратик. Так, шаман, трусы, третью споры, два раза будем разноситься. Давайте фулл баф. Стоим в центре, поставите. Крайка не поверишь, но это поглощение так и есть. Я думал, когда она написала, есть у кого-то обсорб серебра, и такое пишет «ой», я думал, она исправит это слово, но она просто... Дайте каску повару. Магеринту дайте. Дайте каску варам. Это ебаная гнида специально не кидает, блядь. Бля, ну ты его гнида ебаная не называй, будете нормально относиться. Потому что он, блядь, я просил полчаса, он не кидал. Как его больше называть? Может, он не видел. Слава, дай варам каску. Тек на фул. Давайте, все готовы, дека, начинай. Дыхание пока блевал, что ли, или что это уже звук? Ну то я блевал вообще-то. Слава там, уже снесите. Или нет? Да если на БДК. Все, больше спор сносить надо, так добивайте. Там есть рейндж, что мы так и надо плевали, короче. Там вроде между кроликами и миликами рейндж. Нет, она не вообще внимания не обращает. Бог простит. Если бы я был бы войд, во мне такое сказали, я победился. При чем тут войд? При чем? Так, ну, блин. Какой-то, блядь, сложный юмор у вас тут сегодня, конечно. Давай, Сакру. Что там, Диана, будешь заходить? А тут тапки, наверное, упадут опять. Мне уже некому их забирать. Давайте своего мага дам, ему тапки надо. Давай. Да стойте, домашние уже никуда не несите споры. Ну да, тапок нету. Лимит исчерпан. Лимит исчерпан.
Фолга продал за кольцо, блядь. Тишина? Ну да, некому звание позвать. Я сойду. Там против говорит, в кукле не может сидеть. БДК могу в кукле посидеть, если на него будете напуливать. Да, что там, начинаем, да? Да. Славик посидит равно ДПС мне. Ну да, там стал посидеть в кукле. Давай сразу переводить бомб. Да не. Че там с пугами постоянно переводим, блядь. Так это же мы в обычке переводим. В гере. Да не, будем стопать, как всегда, будем бить, Тамара подходит. Мне кажется, тут можно в легкую переводить, да и не ебаться. Мне кажется, Славик нормально дамажит. Меня вообще заебало, но почему вы с него всегда так шутите? Переводить-то можно, если там вдруг куклу похутает. Ну, так, ну давайте стрим тогда, никто не это, чек на пол. Пробуем с нерами, если хотите. Давай голосование за перевод, вон все хотят. Найди пей куклу, рейд стоит в центре. А если будет лайп, считается как это? Ну, до пяти будет. Да, посмотрим. Всем, кто плюсы поставил, ну вот. Вот эти куклы. Бля, ну теперь ДК лови, будем стопать, короче, теперь точно. Слушай, выходим там, миленький, не стойте, чему передаем. Все, стопайте, по профу не бейте. Идите под зеленую фоблу, веди профа под зеленую. Хилы РД в центре. Играем зеленого. Там бурсты не отдавайте. Алло, фоблу не бьет. Бейте, алло, вары. Играйте зеленого, не бейте профа, а то вайп это будет профа, минус да. До ГП. Все, не сбегаемся. Добиваем РД, смотрим на ком сбежимся. Повезло. Все, переводим профа. Да ну... Ваня! Супер-дру, если как осень. Красные бейте красным, а зеленые к столу идите. Зеленые к столу, красные к красной. Ваня! Да. Так, с цели зеленого сбегаемся, от красного отбегаем. После того, как вас зеленый откинет, идите на центр отбегайте. И только потом, после выбора цели, будете зеленого сбегаться. Отбежали от зеленого, смотрит куда выберет, туда и сбежимся. Бежались. Залезь, пожалуйста, мама. Сейчас пою. Не ставь, тем этому. Я дал гимн, не пой только, пожалуйста. А, какой ты дал? Еще не вмоя Украина? Ладно. Давайте, милики, профа бейте, РД сейчас красный вылез, будем красного бить пельмени.
Давайте РД в красного. Красный, беги. Пельмени. Так, давайте, веди под зеленую колбу. РД хилы в центр. Там она будет отойти под стол, отбежать чуть-чуть в сторону стола. Когда я скажу, когда пельмени полетят в центр комнаты. Так что готовьтесь. Сейчас будут лететь. Так, к столу отошли. Пельмени, не раем зеленого. Милики, бейте профа, не бегите за зеленым. Все равно не успеем перевести, ладно, Стас-то, пойдем пока бейте. Все, стопайте, профа не бейте, 4% милики тоже стопайте. Хант один бухой пуляет, стоит. Давайте РД бьем красного, пельмени. Ну и там колбу возле стола не оставь только. Рамзес беги. Смена фейл дресса и клену. Смена, отошли от красного, беги там на ком-то. Фейл дресса и клену. Переводим профа. Ну все, перевели. Красные бейте красные, зеленые к столу отходите. Давайте рост. Зеленый так же самое, сбегаемся после того, как откинет. После выбора цели. Все, сейчас откинет, выбери цели, потом будете только сбегаться. Убежались. Диваны давать не надо, ничего не надо, так убьем. Вот дайте там хоть инту там какой-то. Ну, можете ему что-то дать там. Хорошо, когда будет 400, пожалуйста. Я на уровне инту. Мы по 300, все, забирай. Забирай паладин. Все, не надо, без диванов так убьем. Идем на лед. Интересно. А бафните на ходу, пожалуйста, если вы умеете, конечно, пойдете.